Друзья, рейтинговый матч за титул воина, по-моему, и шансов 38 у противника победить. 38% шансов. Вы понимаете, кого убирают нубы? Вот самых больших накачанных мужиков. Они думают, что типа... О, еще костюм, посмотрите какой. Великолепно. Ави Соми. Вы просто донатите кучу бабла на какие-то скины, блядь. Я вообще играю первоначально, который просто дан. Я учусь играть. И я не понимаю, как вы, насколько вы плохи. Что насколько... Я пришел сюда унижать людей. Это правда. Я не играю в Mortal Kombat, я унижаю. Проверяем, что ты знаешь про отмену нич... Бля, нихуя себе, ты знаешь. Вот это был косяк с моей стороны, конечно, непозволительный. Я дропнул комбо. Куда ты побежал, псина, блядь, лохматая? Ха-ха-ха, убежать он решил. Он, видимо, не знал, что... Mortal Kombat нельзя убежать. Если ты забрался, блядь, в поединок, то все уже, дерись. Лохматая псина, блядь, убежать не решил. Вот это доминация, когда противник пытается спастись бегством, просто он не знает, что нужно делать. Давай еще раз. Ох ты, псина, блядь, опять сбежать решил. Что ты своими блоками тухлыми, блядь? Ты вообще никто и ничто, блядь. Что ты делаешь в отборочном туре, блядь, вообще? Ты... Я не знаю, как, кто тебя пустил сюда. Ты будешь в углу просто наказан. Ты как маленький школьник, которого училка, блядь, в угол поставил. Я поймаю тебя еще. Это еще не все. Смотри, еще клетку сломаю. И все, и ты умер. Ты понимаешь, что ты мертв? Ты типа. Все, яички. Твои яички, смотри. Они типа, ну, слабое твое место. Зачем ты в рейтинговом режиме вообще играешь, чувак? Я пришел сюда за такими, как ты. Давай, у тебя есть еще один уровень, короче, ну, типа, раунд, реванш. Он даже посмелился нажать кнопку. И он же такой: мама, я им сейчас всем докажу, блядь. Я настоящий воин, блядь. Ты обоссанная хуйня, блядь. Почему я прям... Типа есть тебя, блядь, комбинация. Ты чё ты... Чё ты вообще хотел? Кусок говна. Сейчас еще клеточку сломаю, смотрите. Ой. Птичка. Ты жизни восстанавливаешь так? Я за тебя появлюсь. Бля, я под палящим. Я загар получил. Чувак, спасибо. Загораем. Псине просто. Псине по роже просто дал, на их молотком тебе заебашу сейчас. Просто псина бежала в мою сторону и получила просто поеблище. Просто позор какой, чувак. Я не знаю, после вот таких раундов я бы на том месте вообще забросил Mortal Kombat. Псину превратился, просто и пару роллов получил. Слушай, а тебе... Лоток тебе давно меняли? Вообще похуй на твои загары, блядь. Слишком мало они жизни тратят. Я тебя портироваться нажал, сука. Псина, ты тупая, блядь. У него сработал прием с псиной. Ты снова в углу, малыш, извини. Извини, мне придется тебя наказывать прям до последнего. О, ты смог сделать фаталочку, ладно. У тебя еще один раунд есть.
скотина, блядь, чтобы убрать за собой. Этот раунд тебе нужен только для того, чтобы ты убрал за собой вот дерьмо, что нассал. Насрал. Типа, ну, да, лоток смени себе просто. Это только единственное. Ты что, не знаешь, что это комбо, блядь? Вверх, вниз. Я тебе сейчас и буду хуярить. Тогда получается. Ладно, попал. А ты резвый. Смешной. Все, ты пойман. Ты не рассчитал этого, ты на шару нажал кнопки. Так Mortal Kombat не играют. Блядь, да ладно. Псина, дубина, ты меня вырубила, что ли? Вообще это не считается. Я просто жалел тебя, пес. Сейчас буду серьезно играть, ты охуеешь, понял? Погнали? И что, блядь, кому респект? Тебе, что ли? Собака ты, блядь. Нечесанная. Еще ребрышки. У кого у нас так мало жизни-то, а, осталось? А вроде, казалось бы, серьезный противник, блядь. Выебывается что-то. На все, блядь, атаки попадаются. Почему он не безнаказуемый, блядь, хуйня? О, бля, собачок уже включил. Псина волосатая. Что? Почему я не добил? В общем, моя проблема заключается в том, что я иногда дропаю комбо. Так бы он уже мертв был уже. Смотрите, как можно вообще такому проигрывать? Он же просто на все комбо ведется, особенно нижние. Куда ты побежал? Куда ты побежал, псина, блядь, волосатый? Тебя отпускал, что ли, кто-то? 40 труда, блядь. Не успел телепортнуться. Что это за хуйня? Вот я не должен был дропать это все. Получил, сука? Еее! Псина! Ты тоже сделал фаталочку. Ты бы меня, кстати, добил, если ты попал первый. Но извини, жизнь типа собачья, она вот, вот так выглядит, что... Ты подбегаешь ко мне, вон, как в том раунде, типа, я по носу тебе так... Типа, пошел нахуй. Батя? Просто пойми же ты, блядь. Нахуй ты никому не нужен. Все. Отписывайтесь, блядь, ставьте лайки, пошли нахуй себе.